Соблюдение условий промышленной безопасности на производственных объектах – это одно из основных требований к их деятельности. Незначительные отклонения от нормы здесь могут привести к печальным последствиям. Особенно это касается опасных предприятий, где промышленная безопасность должна быть под контролем руководства ежеминутно. К опасным производственным объектам относят предприятия горной промышленности и те, на которых используются, хранятся или утилизируются опасные, токсичные вещества, и так далее, одним словом, объекты, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям, в том числе к экологической катастрофе. Поэтому таким предприятиям уделяется столь пристальное внимание надзорных органов. Для предприятий разной степени опасности, от 1 до 4, существует обязательство прохождения экспертизы промышленной безопасности. Проводить ее могут только квалифицированные специалисты с солидным стажем. Например, сотрудник лаборатории, осуществляющий проверку объекта 1 или 2 степени опасности, должен иметь опыт работы 10 лет. Такие требования текущего законодательства позволяют исключить проведение ревизий для галочки. Итак, экспертизе подлежат помещения, где идет производство, оборудование и другие технические устройства, проектная документация, декларация и обоснование безопасности. Проверка осуществляется в течение нескольких дней, как правило, 7-8 суток. Стоит отметить, что экспертизу могут проводить лишь организации, имеющие соответствующую лицензию. В соответствии с требованиями текущего законодательства заказчики ревизии обязаны пропускать проверяющих во все помещения и ко всем объектам без предварительного запроса. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик, и ни одно новое полезное видео не пройдет мимо вашего внимания. Будьте в безопасности.